с нами снова Шишкин. Сегодня мы будем готовить красную рыбку на сковородке и классный к ней соусец. Ну что, давайте не будем много говорить, приступим к готовке. Разогреваем сковородочку. Вот такую вот рыбку. У меня это филе лосося норвежского. Нужно ее посолить и поперчить с обеих сторон. Хорошенько. Посолим. И поперчим. Переворачиваем. То же самое с другой стороны. Все, посолили, поперчили. Теперь наливаем в сковороду оливковое масло. Не сильно много. Так вот примерно достаточно. И обжариваем без муки, без ничего. Обжариваем наши филейки с одной стороны минут 5. Положили и не трогаем, пусть обжаривается. Обжаривается рыбка, мелко нарежем чесночок. Так, чесночок мы порубили миленько. Вставляем его в сторонку. Теперь нарежем вот таких вот маленьких помидорчиков просто пополам. Помидорка. На. Помидорку тебе не хочешь? Сейчас порежем. Угу. Давай, помощник мой. Ну, вот так у меня здесь, наверное, полкилограмма, может, больше. Просто пополам. Так, друзья, прошло где-то 5 минут. Перевернем нашу рыбку на другую сторону. Вот такая вот она румяная получилась. И с другой стороны обжарим ее пару минут. Давай, Темочка. Ты мой помощник, да? Мне помидоры давай, лимон потом. Так, рыбка наша обжарилась. Убираем ее пока в сторонку. На салфеточку. Лишний жижок с нее впитается в салфетку. Так, теперь добавляем сюда кусочек сливочного маслица. Такой вот примерно. Даже, наверное, будет много. Беру и обжариваем чесночок. Тёма, ты помогаешь мне? Ты только потом в глазки ручки не суй, будет авочка. Так, обжариваем чесночок. Немножко обжарился, и сразу пошли наши помидорки.
такая вот красота. Обжарим помидорки слегка. Натрем тем временем немного пармезана, пока помидоры наши обжариваются. Ну так, я думаю, будет достаточно. Все, наши помидорки обжарились. Теперь добавляем шпинат. Который мы заранее уже помыли и просушили. Вот так вот. Обжариваем слегка шпинат. Он очень быстро готовится, он нежный. Мы с тобой варим, да? Так, друзья, наш шпинат практически готов. Теперь заливаем это все 30% сливками. Так, грамм 100. Сюда пойдет. Нормально. Так. Добавляем пармезан. Пармезан соленый. Очень даже. Поэтому много не солим больше. Немножко подсолим. И поперчим. Так. Тема, 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 тема. Все. И теперь возвращаем нашу рыбку назад в сковородку. Вот таким вот образом. И это будет просто сказочный воскресный ужин. Вот так вот. Той стороной я пока, которую я жарил 2 минуты, которую я жарил 5 минут, она сверху. Добавляем огонь. И даем ей буквально еще пару минуточек вот так потомиться. Рыбу не надо слишком пережаривать. Это очень нежный продукт. Не надо ее убивать. Теперь еще берем базилик. И нарежем мелко. Сворачиваем вот так. И нарезаем. Такой соломочкой. Пока наша рыбка томится там. Я думаю, уже можно даже выключить. И посыпем ее сверху базиликом. Так вот. Свежий базилик. Отличный. Даст вкус. И последний штрих. Берем лимончик и поливаем так нашу рыбку сверху свежевыжатым лимончиком. Все, у меня все готово. Сейчас будем сервировать. Так, ребят, я еще хочу сделать легкий салатик для этого блюда. Возьмем вот такой вот смешанный салат и заправим его. Сейчас сделаем классный для него дрессинг. Ложечку жидкого меда. Тоже еще ложечку горчицы, не острой. Оливковое масло, пару ложек. И белый винный уксус, тоже, наверное, ложку так.
соль. Это перец. Соль, перец. И теперь хорошенько все это вот так сбутыхнем. Видите, все это масло эмульгирует, и получается такой соус практически как майонез, когда его хорошенько потрясешь. А, обалденно. И выливаем все на наш салатик. Перемешиваем. Все, наш салатик готов. Пахнет обалденно. Мед, горчица, уксус. Наберу тарелочку. Вот так вот. Отлично. Я здесь еще отварил натурального риса. Он более полезный, чем белый рис, поэтому я его люблю. Пару ложечек так на середину положим. И сверху нашу рыбку. И тут еще такой классный соусец у нас. Его еще туда же. Вот так вот. Ну вот такой вот, ребята, воскресный ужин у нас получился. Быстро. Я думаю, очень вкусно. Давай. Попробуем, друзья, что у нас получилось. Рыбка. Сочная, то что надо. Сказка, просто сказка. Соль, все в порядке, рыбка сочная, можете посмотреть. Шпинат. И соус очень классно подходит к рису. Тёма, попробуйте. Попробую салатик тоже. Отлично. Просто взрыв вкуса. Сладкий, кислый. Обалденно. Ну все, друзья, вот такой вот воскресный ужин у нас получился. На всем буду с вами прощаться. Готовьте вкусно, готовьте с любовью. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч, всем пока.